А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал LineUp. Здесь можете найти летсплеи по различным играм, веселые монтажи и также обзоры игр. Ссылочка в описании, заходите, подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в нашу новую серию нашей летней авантюры, где мы продолжаем искать какие-то приключения, вещи, которые нам понадобятся, и в принципе, все что угодно можно тут найти. Я вижу тут уже заразу, которая на нас хочет напасть, убить или еще что-то сделать, но мы ей не позволим. Так, там я еще кого-то видел. Я хотел бы сразу извиниться, то что в этой серии не будет вебки, но, ребята, честное слово, но просто-напросто иногда нету ни малейшего желания играть с вебкой. В принципе, связано это с тем, что, например, у меня там ночь и всякое такое. Честное слово, ребята, иногда просто-напросто нету ни малейшего желания что-то делать. Поэтому, ребята, я извиняюсь, но я думаю, что в этом нету ничего такого страшного. И вы... Опа, это чей песик тут? И вы на меня не будете обижаться, то, что я в этой серии играю без вебки. Ну, ладно, что мы будем делать? В новый портал я, если честно, не имею ни малейшего желания сейчас идти. И делать новый портал тоже я не имею желания, потому что, вот видите, у нас есть новый портал. Мы его выбили в предыдущей серии, в новом мире, где мы... Куда мы, точнее, пошли, да? Он вроде такой темный, там везде пещеры и вроде... Какие-то существа вообще непонятные, я, если честно, вообще не понял, что и как там. Но мы выбили там себе вот эти портальчики. И потом мы создадим, конечно, мир новый с портала. И будем туда идти. Это какой-то чувак просто-напросто поставил свое имя напротив моего дома, да? Вот мой дом, поставил напротив моего дома, чтобы его имя тут светилось или что? Я, если честно, не совсем понимаю, что он хотел этим сделать. Опа, это где? Это где, паскуда? Это где у нас кто-то бьет? Опа, 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 опа. Так, подняли мы вот эту фигню, у нас уже 10 вот этой. Вот этой, вот этой, вот этой. Я не хочу, если честно, чтобы тут мое имя, не мое имя, а его имя светилось. Но, в принципе, зачем, да, то есть... В чем прикол будет? Ну, ладно, хотел чувак написать свое имя вот тут. Ну, в принципе, все, посмотрели и хватит, да? Опа. Да, в принципе, это можно считать в какой-то степени как гриферство. Потому что перед моим домом, у меня тут вроде где-то тера только кончается. Экспань 10 ап. Вот так. Это, в принципе, тоже можно вот так. Опа, 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 и вот так. Это много времени не занимает, ребята, поэтому не нужно кричать, что, мол, Эдисон, занимайся делами. Мы будем заниматься делами. Я вот как раз уже хочу построить домик, но я думаю, что домик я буду строить вне серии. Потому что, ну, как по мне, в серии это будет очень долго. И я, наверное, думаю, что все-таки мы потом его построим вне серии и иногда будем достраивать в серии. То есть вот наш домик где-то вот тут будет. Что я хочу делать в этой серии? Я, если честно, не имею ни малейшего понятия, но мы, наверное, пойдем куда-то в том направлении, будем искать, продолжать искать данжики, да? Может, мы найдем какой-то уже данжик, о котором я уже давно мечтаю. А о каком данже я мечтаю? О воздушном, ребята. То есть есть какой-то, существует воздушный данж, который там где-то парит в воздухе, город, да, какой-то белый город, потому что он весь белый такой вот тот данж. И попытаемся его хотя бы найти, посмотрим, потому что, ну, каждую серию уходить в мира, если честно, не очень хочется, потому что, ну, по сути, что нам нужно делать в мирах? Тупо фигачить, 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 фигачить мобов. Это во-первых. А во-вторых, искать какие-то спавнеры, чтобы заспавнить себе... Так, сейчас, секундочку, я просто смотрю, куда я бегу. Ну, давайте в ту сторону. Чтобы заспавнить босса и попытаться его убить. А с этими шмотками, что у нас сейчас есть? Ну, если честно, босса мы убить... Ну, хоть... Но никак не сможем, честное слово. Мы его никак не сможем убить, потому что мы еле мобов обычных убиваем. И то нам, знаете, иногда... составляет труда убить мобов, потому что они нас даже иногда убивают. Или мы просто-напросто сбегаем с поля боя, да? То есть, просто берем и телепортируемся куда-то домой. Поэтому, я не знаю, честно, то есть, куда еще лучше шмотки? Разве что зачарить. А зачарить мы, конечно же, сможем, но перед тем, как что-то чарить, нам нужно хотя бы построить дом, да? Чтобы можно хотя бы было создать комнатку, где мы могли бы это чарить.
уже потом даже и фермы вот, это, вот эти разводить и так далее. Потому что сейчас нету смысла, так как у нас даже дома нету. Так, это у нас там кто? А, ну это стандартный моб. Ух! А знаете что, ребята? А давайте-ка мы сходим в ад в следующей серии. Как вы на это отреагируете? Потому что мне даже сказали, что в аду тоже есть куча всяких монстров. И, в принципе, в аду тоже можно всякую фигню найти. Мне кажется, это будет классная идея. Как думаете? Мне кажется, да, мне кажется, можно сойти. Опа, ты взрываешь нафиг. А потому что, ну, в обычном мире, кроме данжей, нам, по сути, нечего делать. Нам нужно трейдеров каких-то найти. Потому что, видите, то, что в предыдущей серии мы запалили трейдера вроде Стивы, да? Какие-то трейдеры Стивы, которые взяли и заспавнились возле нашего дома. Мы запалили Стива возле нашего дома, но у нас не было необходимых ресурсов, чтобы поторговаться с ним, да, то есть обменять какие-то там сливеркоины, да, обменять на какие-то получше, на вещи даже, да, там вроде были какие-то крутые пушечки. Но, к сожалению, у нас не было необходимых вещей, и это очень печально, поэтому мы будем, ребята, как-то пытаться найти вот эти вещи. Ну, как вы мне помогаете, ребята, спасибо вам за то, что вы мне помогаете. Как я понял, вот эти все трейдеры, они находятся в других мирах. Ух ты, ни хрена себе! Они такие шустрые, что это с ума можно сойти, если честно. Эти все трейдеры, они находятся в других мирах, да? И вот это нужно искать, чтобы... Ну идите сюда, паскуда. Это нужно искать, чтобы с ними потом поторговаться. Но это, если честно, очень долго. Ну потом, конечно, мы потом вот это все попробуем. Я просто еще хочу найти каких-то новых монстров в обычном мире. Потому что, по сути, мы еще не все облутали, что можно в обычном мире. И будет круто, если мы найдем еще каких-то новых мобов. Потому что, видите, в каждом биоме есть свои мобы. О, точно, точно. Знаете, где мы еще не видели мобов, ребята? Знаете, где мы их еще не видели? Мы еще не видели мобов в этом, как его, в зимнем биоме. Потому что мы еще зимний биом даже не нашли. Как думаете, прикольные ли там мобы будут? Мне кажется, будут прикольные. Но чтобы это проверить, нужно хотя бы найти. Нужно хотя бы найти зимний биом. И потом я уже могу судить, да, то есть крутые там мобы или нет. Ну, вот сейчас нам что осталось? Это найти хотя бы зимний биом или какие-то еще другие биомы, чтобы посмотреть, действительно ли там какие-то классные мобы или нет. И, наверное, в следующих сериях мы пойдем в ад, потому что, как мне сказали, если верить на слово, то, что в аду тоже очень крутые мобы, если, в принципе, даже в аду есть чем заняться. Поэтому, ребята, мы, наверное, в ад даже и пойдем, потому что, ну, по сути, знаете, тоже иногда нужно даже отдохнуть и вот от этих порталов, от этих миров, потому что как бы это сама суть этого мода, да, то есть телепортироваться по мирах. Но я, честно, ребята, пока что хочу отдохнуть от этих миров. Мы побывали вроде и в клоунском мире, и в других мирах, поэтому можно немного отдохнуть. Как, опа, как вы на это отреагируете? Я думаю, что положительно. Поэтому, ребята, мы немного отдохнем от них. Пойдем в ад, сходим и так далее. Побываем во всех местах. И что еще? То есть, вот я сейчас думаю, ну, ладно, нам нужно идти в какие-то другие... и тут мы вроде еще не были, да? В саванне мы... Да, давайте я на карте посмотрю. Да, в саванне мы еще не были, ребята, круто. Точно, тут же может быть какой-то новый... Во-первых, тут могут быть новые монстры, да не могут, а, наверное, они там и есть, потому что мы еще тут не были. И во-вторых, это что там? Так, где мы вообще, вот. Ну, и во-вторых, могут быть какие-то данжи, свои данжи, вот эти саванны, да? Что можно выкинуть нафиг? Мне кажется, сейчас мы попробуем даже что-то найти. Опа, ночь наступила. Ночечка. Это что, это гора, да? Это обычная гора, а такое ощущение, как будто какой-то данж, если честно. Такое ощущение, как будто... А знай, а да, опа. О, деревню. Знаете, как мы в предыдущей серии сделали, да? То есть, как только мы начали уходить домой, я такой говорю, ладно, все, уходим домой. То есть, было бы круто, конечно, если бы мы данж нашли. И если бы мы нашли... ух ты, 150 жизней, ни хрена себе. А где он вообще? Ага, вот.
Вряд ли мы его сможем. Да, мы не можем его убивать. И я как раз, знаете, сказал, ух, было бы круто, если бы мы данж нашли, либо если бы мы пляж нашли для Тропикрафта. И через пару секунд мы нашли данж. И эта схема работает. Ребята, я не успел это сказать, как мы нашли данж. Потому что, видите, даже на карте, вот, летающий данж. Это один из летающих данжей, потому что их много. Ну, не много, вроде два данжа летающих есть. И я опять не успел только вот это сказать, и мы нашли еще один данж. Вы в курсе, что вот эта схема работает? Второй раз подряд. Я это как бы говорил в одной степени для вас, вот мол, ребята, ага, круто, мы это нашли. Но в другой степени я говорил и опять пытался вызвать данж, да, чтобы он опять появился, чтобы мы опять пошли в данж. И хренакс, это действительно получилось. Офигеть, ребята, Опа, здрасте, мордасти. Мы будем, наверное, вот так призывать данжи. Так, ага, это уже все блутали. Это ладно, ладно, допустим. Ну вот эти хрени 150 жизней. Ух, ребята, я не имею ни малейшего желания с ними сражаться. А вот с этими можем. С этими вроде можем, они нас не смогут. А нет, смогут. Смогут, конечно. И мы их, в принципе, не можем убить, потому что в виде стоит ограничение на уровень. То есть они нас могут убить, мы их не можем. Это очень хреновенько. Знаете что, мне просто интересно, облутал ли кто-то вот этот данж? Ух ты нахрен, химера. Ух ты нахрен. Варп. Варп Д. Нет. Сет варп. Саванна Д. То есть саванна данж, да? Мы идем домой. Главное, чтобы нас сейчас тут никто не прибил. Никого нету. Потому что им пофиг, если честно. Ребята, они спавнятся, где им удобно. Ага, а что за хрень? Почему спан кровати установлен? Ага, это каждый раз пишет. Нам нужны блоки, чтобы туда добраться. То есть, может, там будет что-то прикольное в этом данже, хотя вряд ли, если честно. Но все же, то есть, показать вам, да, вообще, что это за данж. Опа! 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 Знаете, что я вспомнил? Чест. Вот. Алмазненький. Ага. Чтобы сделать алмазники, нужно сделать сильвер. Сильвер айрон. Ага, ну понятно, то есть. А давайте тогда сделаем сейчас. У нас вроде железа там хватает. Вот так. Перед тем, как сделать как бы алмазные, да, нам нужно хотя бы обычные сундучки. Так, 1, 2. Вот так. 1, 2, замечательно. Сейчас ставим сюда. Ставим сюда. Потому что у нас есть ресурсы, у нас есть мод на эти сундучки, но мы их, если честно, просто-напросто не используем. А тут, как видите, реально дофига места. Вот даже в обычном железном сундуке вроде уже больше места, чем... Хотя нет, вроде одинаково. Вроде одинаково, но зато меньше места занимает. Так, это сюда. Это сюда можно поскладывать. Потому что даже если нас убьют, то мы хотя бы это все не потеряем, да? Так, замечательно. Тут у нас... Куда это ставится? Сюда, это сюда, это сюда. Ага, а это зачем? Не представляю. У нас есть еще уголек. 15. Ага, да, до хрена у нас тут уголька. Вот так. И вот сюда. Вот. Потому что еды у нас, по сути, уже толком нету. Так, ну что, мы будем туда идти. Будем сейчас, ребята, туда идти. Но нам нужны блоки. Вот это возьмем, вот это возьмем. Мне кажется, хватит, если что. Опа. Да почему мы будем брать коблстон, точнее камень, если мы просто-напросто можем взять грязь, да? Круто. Фу, так. Топаем. Потому что, знаете, сначала нужно облутаться в обычном мире, да? То есть облутались в обычном мире, уже можем топать в другие мира. Да, мне кажется, ребята, это самый такой классный вариант, потому что... ну какой смысл сразу топать какие-то самые крутые мира, если мы еще даже в обычных не облутались? В чем прикол вообще? Это, если честно, неправильно, потому что хоть у нас и очень крутая бронька, то есть, смотрите, у нас будет бронька, и если посмотреть на шкалу заполнения вообще всей броньки, да, вот возле жизни, то у нас все по максимуму. Хоть у нас... Опа, там еще какой-то. Вот. Хоть у нас и поножи алмазные, которые уже практически поломались, нафиг нужно их будет сделать новые в скором времени, потому что кто не смотрел, то мы нашли
данж, где было куча алмазов, и мы добыли очень-очень-очень-очень-очень много алмазов. Поэтому, ребята, алмазов у нас, если что, пока что хватает. Поэтому, ребята, честное слово, я пока что не знаю. Наверное, мы тут облутаемся, а потом уже пойдем в другие мира. У нас монеток дофига, ребята. Вы видели то, что у нас монеток дофига, так как мы... так как мы много мобов убивали, монеток у нас действительно дофига. И мне кажется, нужно бы тут хотя бы сохраниться. То есть давайте мы тут сохранимся на всякий случай. Вот тут. Вот так. Set. Set Ward CD1. Это как бы уже наверху. Ну, это на всякий случай, да. То есть, если нас убьют, то. То мы хотя бы вот тут появимся. Или даже лучше вот тут. Set Ward CD1. Вот тут. Замечательно. Потому что тут у нас блейзы, как я понимаю. Да, вот они. Так, это сломаем. Вот так. Так, не бейте меня. Вашу мать. Ладно. Ух ты, ни хрена себе. Я это даже не заметил. И вот там. Главное, чтобы они сейчас не заспанились. Хотя вряд... Кто меня пнул? Что это было вообще? Не знаю, ребята, вам как-то вот это 100% не было ощутимо, но меня кто-то пнул. У меня такое ощущение было. Так. Вот это сломаем, и плюс к тому... Смотрите, ребята. Плюс к тому... мы изучим то, что на 12% мы... Опа! От... Ух, как мы удачно нашли вот этот данж. Как мы его удачно нашли. Так. Как мы его удачно, ребята, нашли. Потому что я даже хотел пойти за обсидианом, чтобы скрафтить себе наконец-то портал в ад. И вот мы нашли обсидиан в данже. Это круто, это круто. Так, ладно, я не буду, наверное, вот вам вас томить, поэтому давайте-ка я быстренько это добуду. И как только... Я вот это все добуду, то я возобновлю видео. Ну что, дорогие мои друзья, мы уже практически закончили. Я хочу сделать полноценный портал. Я не еврей, чтобы заменять 4 блока по бокам на какие-то другие блоки или даже их вообще не делать. Я лучше сделаю полноценный портал, чтобы он красиво смотрелся. Плюс к тому, у меня сейчас уже час, ну хотя нет, не час. Полночь у меня сейчас, в России или в Украине вообще там на 2 часа еще больше. И сейчас на сервер какой-то чувак зашел, мы поздоровались, это круто. И сейчас давайте-ка мы пойдем. Ху-ху-ху, вы готовы? Вы готовы, ребята? Ичи-пичи-пичи. Так, я в том смысле, что... Опа. Так, ладно. Учи-пичи-пучи-пучи-пучи. Знаете что? Давайте будем умными. Вот, сломаем спавнер, да? Сейчас пойдем сюда. Не пойдем сюда. Хотя их вроде... Да, их можно вот так перебить. Это круто. Круто-то круто! Так, круто. Опа, здрасте. Чувачок, подойди сюда, не жматись. Так. Ху, нужно вылазить, но я боюсь. Опа, как мы его запинали. Ху, опа, опа, опа. Ху, что-то успели, успели. Так, осветим пока что, осветим, осветим. Фу, что-то мы успели, ребята. Первый этаж мы уже прошли. Я не представляю, что тут будет. Ну, понятно, что всякая хренотень. И тут также. Ну, ладно. Немного опыта. Топаем на второй этаж. Ну, тут чарилка есть, да? То есть чарилка хрень в какой-то степени. Опа. Нет! Фу, стоять, стоять. Давайте отхилимся.
Так, 13%. 13% то 13%, но они, если честно, тут, наверное, бесполезны, потому что, объясняю, тут есть еще скилл, который защищает от горения, да, а мы, по сути, сражаемся против блейзов, которые пинаются огнем, поэтому, ну, можно сказать, что то, что мы качаем урон, бесполезно, именно, ух, твою мать, ты прям снайпер, у, я чуть не пропустил. Ребята, вы мне не говорите, ну почему вы мне не говорите, что там есть еще? Опа, что там есть еще сундучки, я бы пропустил, и чтобы. Опа. Лучше сломать. Так, сейчас, ребят, я просто немного разговариваю, потому что видите, что мы в данже. Опа, запинаем. Фу. Опа, вот так. Стоять, не умирай, круто. Ну, это данж, знаете, для чарилки, то есть это хрень в какой-то степени, но зато мы можем хотя бы вот это зачарить на один уровень, допустим, протекшн 1, круто. Ну и все, больше, если честно, тут ничего толкового нету, это такой данжик, поэтому давайте домой тпхаемся. Хотя как домой? Варп СД, саванна данж, вот тут, снизу. Если мы тут что-то запалили, значит мы можем потопать дальше. А если мы потопаем дальше, то может мы еще что-то найдем. Может, ребята, мы еще что-то крутое найдем. Вот этот меч, который у нас, как бы, он слабенький, да, сколько у него? У него только 7 урона, это практически в 2 раза меньше, чем в предыдущем мече. В предыдущем мече было около 12 урона. Ну, не в 2 раза, ладно, вру. Вру, ребята, вру. Не в 2 раза, но 11 урона это много. Практически 12, если честно. А тут только 7. Но он служит долго, потому что у него 1400 или 1500 использований, если в общем, да. То есть мы его уже немного потратили. Но зато он долго служит. Опачки-попачки. Это какие-то новые. Ух ты нахрен. Ух ты нахрен, позасывали, засунули вот тут всякие пещеры, которые нам сейчас вообще не кстати. Это же новые биомы, то есть, почему я радуюсь? Ну, в какой-то степени радуюсь. А по поводу вот этих чудил, я не знаю, радоваться или нет, то есть, в какой-то степени, что данж, это круто. Не данж, а вот эти, ну, вы поняли, монстры, да, это круто. Но со второй стороны... Это немного хреново, потому что они вроде очень такие прям очень. Да, я не могу, как я и ожидал, я не могу их бить. А как прокачать, ребята, вы должны быть в курсе получше, чем я, если честно. Как прокачать вот эту хренотень? У меня сейчас 4-й уровень. То есть, видите, вот я открываю умение, еще раз повторяю, чтобы вы увидели. Там, в самом боку, то есть верхний ряд, там, где много вот этих умений, не там, где снизу 2 умения. Опа. Опа, это еще кто нахрен? Тут его попроще будет, потому что он пожигает, а если мы в воде будем, то вообще пофиг, если честно. То есть, смотрите, вот это умение, там где у нас 4, видите? От чего оно качается? Вот мне кажется, просто, да, когда мы убиваем монстров, оно качается. Потому что, как я сейчас заметил, я убил вот это монстра, и нам чуть-чуть оно прокачалось. Прям, знаете, на чуть-чуть. Мне кажется, оно из-за этого качается. Ну, будем надеяться, что из-за этого. Потому что если не из-за этого, то хрен его знает. Так, давайте не сюда побежим. Да, а вот туда. Если не из-за этого, то это очень плохо, потому что я не буду знать, как это прокачивать. Но мне кажется, это качается тогда, когда мы убиваем... Опа, Мундаст. Это тогда, когда мы убиваем вот этих любых монстров, у нас прокачивается вот этот уровень. Было бы круто, если бы было бы вот так... Потому что этот уровень нам нужно прокачивать. Ух ты нахрен. А нет, диссера мы можем убить. Диссера мы можем убить. Хоть и долго с этим мечом, да. То есть этот меч. А хотя, ну вот сейчас я посмотрел. Вот сейчас я посмотрел. И не прокачалась. Спайдер. Так. Вот сейчас я, когда убил вот этого монстра, у меня не прокачалось вот это умение, о котором я говорю. Там, где 2 меча, видите? Верхний ряд, в самом углу, такие 2 меча. Зеленый и красный. Вот сейчас у меня не прокачалось. Хоть я и убил вот того монстра, я смотрел, не прокачалось. Хм.
Тогда я не знаю, честно, когда она вообще качается. Так, давайте выключим шейдеры ночью. Я не знаю, когда она вообще качается. Ребята, может, вы в курсе? Вы, наверное, уже играли в эти моды, и мне кажется, вы будете разбираться в этом получше, чем я, потому что я новичок в таких модах, если честно, можно и так сказать. То есть я раньше вообще не играл в такие моды, я только пиксельмоны ловить, а там мирные режимы и вот это все. Ну, видите, что таких мы хрен завалим, если честно. Они там кучу жизни имеют, и, в принципе, наш уровень не позволяет. Наш уровень не позволяет этого сделать. Поэтому мы будем пытаться как-то его прокачать, хотя не имеем ни малейшего понятия, как это сделать. Ну, диссера мы можем. Диссер — это слабачок, хотя как слабачок. Ну, то есть мы его бьем по 8 урона, это нормально. Его ни хрена не выпало, ни хрена. Это нормально. Но действительно, я вот сейчас посмотрел, не прокачалось. Ну, Химеру мы не убьем 100%. Поэтому, ребята, как я... Багей. Ты багет нафиг. Поэтому, как я сказал, нам, наверное, нужно сначала прокачиваться в обычном мире. И если честно, мы, может, даже пойдем в баф, и может... Ух ты, ни хрена себе, это что такое? И может даже в аду будет что-то интересное, и мы сможем там позабавиться. Это что за хрень? Ну понятно, что это эффект, да, вот этого монстра. То есть, а прикольно, то есть, знаете, немного раздражает, конечно. Я думаю, вас тоже раздражает, но в этом-то и прикол. То, что лучше на таких монстров не натыкаться, потому что они будут тебя раздражать, да? Они еще и сильные паскуды. Отхилимся. Вы спросите, зачем я бегаю, а затем, ребята, что по сути нам нужно какие-то данжи найти, нам нужно Дарк... Ух ты нахрен, Дарк Бист! Я таких еще чудиков и не встречал никогда. Нет, ребята, в попу этих Дарк Бистов, лучше я с ними вообще связываться не буду. Данжи нужно найти. Да, в принципе, ребят, видите, мы добыли. Мы нашли данж, хоть лута в нем. Ну, как это бы попроще сказать. Ни хрена там, короче, не было. Мы ничего там не нашли. Но зато, зато мы добыли обсидиан. То есть немного нам упростило задачу то, что мы нашли в этом данже обсидиан. И нам не нужно сейчас будет ходить в шахты и искать лаву, чтобы сделать себе обсидиан. Вот эту хренотень, смотрите, у нас уже 12 уровень практически. Я не знаю, честно. Мы ее качаем, мы ее качаем. Мы ее качаем и качаем, и качаем, и качаем. Но я не вижу никаких нафиг изменений того, что мы качаем. А мы вроде куда бежим? А где мы вообще? Ах ты нафиг, так мы назад возвращаемся. А мы тут пустыню нашли. А мы тут пустыню нашли. А мы тут пустыню нашли, ребята. Опачки-попачки. Ну, пустыню мы-то нашли, но... мы тут никого убить опять не сможем. Сангаль... Ух, он еще и луч? Нет, или это защита от лука? Вот этих я убить могу, да? И вот этих могу. Так, ребята, я извиняюсь, сосредоточен, меня не тревожит сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сколько за нами там гонится, и наш меч ни хрена работы не делает. Ух ты, меня словили, меня словили, меня словили! Фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух, дайте отдышаться, пожалуйста, минутку, минутку. Опа! Успели. Так, к сожалению, я поспать не могу, потому что еще один человек на сервере. Так, офигеть. Знаете что? Знаете, ребятушечки, что я вам скажу? В попу эти детские забавы. Берем меч на 18 урона и жопа вам. 19 урона. Жопа. Нам это надоело. Ребята, вы со мной согласны, что нам это надоело? Я думаю, что согласны. Плюс к тому у нас поломался. Сейчас, секундочку. Так, сейчас это сюда. Хрена к ним. У нас поломался нагрудник, поэтому не нагрудник, а вот так. Да, по ноже. Вот. Вот, все, замечательно. Можем возвращаться. Это можно забрать.
Это можно забрать, это можно поставить. Так, это еще тоже можно... Да, в принципе, тут у нас куча хлама, знаете что? Давайте-ка мы вот это все нафиг выложим. Сейчас. И так мы потом это все забирать будем, мне так кажется. Вот так, замечательно. Ну что, давайте еще раз. Серия долгая, и я надеюсь, вам это нравится, потому что многие любят долгие серии. И если вам они все-таки действительно, ребята, нравятся, буду очень рад, если вы поставите лайк, потому что... не забываем... Опа! Нужно было сюда сразу прийти, потому что... Ух ты, Найтволкер. Потому что... Ух ты, ни хрена себе. Потому что тут есть деревья, то есть кокосы, да, в предыдущей серии... Да, пятый уровень, вот. В предыдущей серии мы искали вот эти все деревья, да, на пляже, но мы их, к сожалению, не находили. Потому что, ну, на пляже не было. А вот тут намного проще вот это все найти. Поэтому вот, смотрите, мы уже, ребята, нашли. Не забываем, что лайки — это отдельная для меня мотивация. Не говорить, что я зажрался, потому что я выпрашиваю лайки. Я повторяюсь для того, кто не знает, за лайки я ничего не помогаю. Не получаю. То есть лайки ничего не дают. Хоть там не знаю, сколько лайков буду, человек за лайк, ну, можно сказать, лайки ничего не дают, только стимул, да, то есть, ага. Если я вижу, что много лайков, это мне придает больше сил, мотивацию, и я вижу, ага, то есть вот ребятам нравится вот эта серия, нравится вот это прохождение, тогда я тоже не буду козлом, я тоже пойду и просто-напросто сделаю новую серию, потому что видно, что люди ее ждут, раз ставят лайки, можно и так сказать, да? Я прав, ребята, думаю, что да. И то есть, раз люди ее ждут, то я тоже пойду и сделаю серию, чтобы они... В какой-то степени тоже порадовались, не зря же они ставят лайки. И плюс само это просто-напросто выбивает меня в топ, и все, то есть в топ меня выбивает и отдельная мотивация, да, то есть я вижу, что лайки, и я делаю новые видео. И честно, ребята, просто, я не знаю, многие просто, наверное, вот это не проверяли, но если мы набираем 500 лайков на этом видео, то есть на вот этой серии, то сразу же выходит... Новая серия, да, то есть 500 лайков на одной серии, и сразу же выходит новая серия. Вот честно вам, ребята. Вы просто никогда не проверяли. А если честно, то действительно вот так. То есть 500 лайков, новая серия в ту же секунду. Я вам не вру, потому что... Ух ты, ни хрена себе. Сейчас мы это подробно рассмотрим. Дайте я договорю. Я никогда вам, можно сказать, не вру, если я говорю, что когда мы наберем 500 лайков на этой серии, выйдет новая серия, значит она, ребята, выйдет. Я вам не вру. Хотите проверить? Давайте проверим. Я вам честно говорю, поэтому, ребята, если хотите, давайте проверим. И, в принципе, и мне будет приятно, если честно. И, как я раньше сказал, отдельная мотивация для того, чтобы сделать еще видео, потому что мы как бы набрали лайки, и вот... Вот вам, ребята, видео, раз мы набрали. И, в принципе, просто говорю, что выбивает в топ и отдельная мотивация. Ну, и я думаю, что вам не так уж и сложно будет их поставить, как думаете, ребята? Ну, знаете, сейчас мы пойдем посмотрим. Просто тут еще много монстров. А монстров нам нужно убивать. Ух, а знаете, это сфинксы. Это сфинксы, как в Египте, да? Офигеть. А вот что это за хренотень? Я никогда не видел что-то подобное. Ребята, что это такое? Что это такое? Это такая генерация? Дайте-ка я вот так. Сейчас давайте подождем. Пока оно там генерируется. Охренеть. Но честное слово, я никогда не видел такую хренотень высокую в Майнкрафте, чтобы оно вот так загенерировалось. Что это такое? Офигеть. Это просто офигеть. Я даже скрин сделаю. Скрин с новой серии, потому что это офигеть просто, ребята. Да вашу мать. Давайте где-то отсюда. Вот так. Твою мать, неугомонные не дадут даже сфоткаться. Ух, еще тут сфинксы. Сфинксы-то сфинксы. Давайте вот туда побежим. Но у нас нету, да как нету времени. Я бы их, конечно, запинал, если бы я мог. Но я не могу их даже ударить. Это очень плохо.
Ну ладно, то есть, ребята, уже длинная серия, мне кажется, уже пора заканчивать ее. Как вы к этому относитесь? Мне кажется, уже действительно ее пора заканчивать. Ух ты, нахрен ты прям меня напугал. Он вроде охрененный такой урончик наносит. Так, вот. Ух, сейчас. Ну. Давайте еще поубиваем, потому что много нужно вот этих монстряков убивать. Это нам плюс. Да и в принципе. Ух ты. Ребята, эта серия нафиг каких-то, честное слово, открытий. Вы видели что-то подобное? То есть, честно, вот вы, может, и видели, но у меня никогда вот таких генераций не было. Это офигеть просто. И плюс вот там было, и смотрите, еще и вот тут. Это просто офигеть. Так, я просто смотрю, знаете, тут может еще кокосики будут или не кокосики. Что там нужно для создания вот того коктейля, чтобы попасть в Тропикрафт, я пока что не представляю. А давайте, в принципе, посмотрим. А, как она там называется? Пина колада, да? Нет. А как? Ну, не это, то есть, ребята, не вот это. А не, вот это. Джуйс, а нет, не вот это. Это с другого мода, то есть, не смотрите, потому что это не вот это. С Тропикрафта нам нужно. Вот, нашел. Тропикрафт пина колада, вроде вот это, ага. Коконат, пайнэппл, чанг какой-то. А где нам тогда вообще вот это взять? Я все, что тут нахожу, это кокосы нафиг. Вот тут еще красиво. О. Все, что я тут нахожу, это кокосы. Я не нахожу никакие другие вещички. Ну ладно, ребята. Подскажите мне, пожалуйста, где найти другие вещи. То есть, где найти нам... А вот Pineapple Chunk, вот ту хрень, да? И где найти нам еще что-то? Что там было? О, какие мы красавицы! Какие мы красавицы! Розовенькие, фиолетовые, голубенькие. И крутой меч на 18 урона. На этом мы, ребятушки, будем заканчивать. Серия длинная, я сейчас даже посмотрю, сколько больше. Ух ты, нихрена себе, 40 минут. Ребята, как думаете, достойна ли эта серия лайка? 40 минут, это много. А, мы нашли... Что мы нашли? Мы нашли пустыню, увидели новых монстров, но, конечно, мы еще пустыню до конца не исследовали. В следующей серии мы, может, пойдем в ад, начнем строить дом в каких-то сериях, и также, ну, будем еще пытаться найти снежный биом и также данжи, да, потому что нам еще даже в обычном мире много что нужно исследовать, потом еще как-то в Тропикрафт пойти... В мир Тропикрафта пойти, да, потому что нам еще там нужно ресурсы вот эти все добыть и всякое такое, да. И потом мы уже, ребята, будем ходить по мирам. Миры у нас вот там есть, вот там у нас один мир, портал есть за этой горой. И мы будем, ребята, туда пытаться ходить. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. За лайк я уже говорил. Набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Подписывайтесь на мой канал. Зачем? Вы вступаете в нашу банду крутых перцев, нашу большую дружную семью. И я буду этому очень рад, если вы вступите. Оставляйте свои комментарии. Вот честно, ребята, я читаю каждый ваш комментарий. То есть, если вот ты сейчас напишешь комментарий, я его прочитаю и также постараюсь на него ответить. Честное слово. На этом мы заканчиваем. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.